эксцентриссимо. Богатым арабским шейхам сложно не позавидовать. И чувство это, видимо, не обошло самого состоятельного жителя планеты Билла Гейтса. Иначе зачем он купил себе пустыню? Потратил 80 миллионов долларов на 100 квадратных километров песков в Аризоне. Или он считает, что нужно кроме дома, дерева и сына еще и город основать настоящему мужчине. В любом случае, планы у Гейтса, как всегда, грандиозные. Будто Дубай и его родина. На месте пустыни должен появиться город высоких технологий. По нему будут летать беспилотные автомобили, кофе из кафе по соседству будут доставлять дроны, умные дома, повсеместный бесплатный Wi-Fi и все другое, о чем мы тут у себя и не мечтаем. Когда город будущего смогут заселить люди будущего, пока непонятно. Но восточные принцы тоже не просто так проживают свои состояния. Саудовская Аравия уже нашла 500 миллиардов долларов на новый город мечты. Он будет располагаться на границе с Египтом и Иорданией. На берегу моря зеленый рай. Тоже с дронами, 3D-принтерами и Wi-Fi. Без них теперь ничего не планируют уже. Возобновляемые источники энергии, чистейший воздух, солнце, горы, коралловые рифы, дорогие бутики и рестораны. Чтобы богатым туристам сорить деньгами было приятно. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ». Стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.